Еще вопрос ученика из Израиля. Что делает человек, у которого есть вопросы о смысле жизни, но его окружение отдаляет его от того, чтобы он задал такие вопросы? Он отдаляется от такого окружения? Если окружение путает меня и все время тянет меня в направлении животного, то я должен оставить их? То есть, что значит оставить? Я не оставляю их физически, но внутренне, душевно я не принадлежу им. Я всегда жил в окружении, но я не впечатлялся от них. Я не слушаю все эти глупости, все сплетни, всю их жизнь. Я не интересуюсь то, чем они интересуются, и все. Я должен каждый раз избирать смысл жизни, суть жизни, цель жизни, и каждый раз выяснять все больше и больше это. Как может быть, я пойду вслед за массами? Выходи на рынок, выходи на улицу, спроси, для чего они живут. Они не скажут тебе, для чего. Живут, потому что живут. Я старался не подвергаться их влиянию, вот и все. Я относился к ним хорошо, правильно, но не быть подверженным их влиянию.